кратно этой неделе может повториться в крае из-за резкого потепления. Так, на Красноярск надвигается 30-градусная жара. По прогнозам гидрометцентра, уже завтра в краевом центре будет до плюс 28 градусов. А пик повышения температуры воздуха ожидается в четверг и пятницу. При этом теплее станут и ночи, вплоть до 20 градусов в субботу. Осадки прогнозируются только к выходным, тогда же станет и немного прохладнее. В целом синоптики оценивают августовскую погоду выше нормы. Но из-за высокой температуры воздуха возможны сильные грозы и град, особенно в южных районах края. После такого прогрева температуры, там вообще по югу температуры в большинстве дней периода температура 26-31 градус. Там очень тепло будет перед прохождением фронта. И, конечно, не исключены такие все конвективные явления, в том числе и град.